Ну вот, мы въезжаем в Республику Карелия. Здравствуйте, мои дорогие. Мы находимся в Шхерах, в Ладоге, в местечке, которое называется Тиурула, остров Кирпала. Флот наш сегодня представляет собой лодку Мурена 270 и двухтактный мотор Ямаха мощностью аж 2 лошадиные силы. Вот такая вот у нас посудина. Ну, в основном мы здесь троллингуем. Сегодня мы тут с Максимом Сергеевичем вдвоем на вот этом острове живем. Всем камням камень. У нас здесь походная баня. С рыбой пока беда, если честно. Что-то как-то вообще не клюет. Ни на троллинг, ни на джиг. Хотя погода сегодня замечательная. Посмотрите, какая красота, какая осень в Шхерах. Просто балдеж. И еще раз говорю, что вот погода реально дала сегодня походить. Мы еще не сдаемся, все-таки надежда есть. Вот видите, на деревьях люди прибили такое объявление о том, что мусор надо сжигать. И забирать с собой. Потихонечку вот идем. Все играет. А рыбы что-то не трофейной. Но вот не поверите. Целый день сегодня троллим. Два маленьких щуренка, один окушок. То есть не знаю, что с погодой. Всех отпустили. И рапал, и юзори, и кренки, и чего только нет. Все как бы мимо. И жесткий китай вешали. Ну, никаких трофеев серьезных, к сожалению, нет. Обидно. По-прежнему на воде, уже 5 вечера. Трофеев нет. Все так и осталось у нас неизменным. Щучки и окушки. Больших никого. Чешем под двумя силами. Кстати, разгоняется вот с нами 270 Мурена под двухтактным мотором Ямаха 2 лошадиные силы аж 7,8 км в час.